Здорово всем, с вами Рэпер Трейдер. Это видео будет для новых зрителей. Я расскажу, как зарабатывать в закрытой группе, как обрабатывать сигналы. Итак, перед вами закрытая группа. Здесь я публикую сигнал. Евро, доллар, покупка 3 минуты. Может быть 5 минут, может быть 15 минут. В данном случае у нас 3 минуты, я публикую сигнал. Переходим в терминал Бинома, евро, доллар. Выбираем здесь 1, 2, 3. И ставим 10 евро на повышение на 3 минуты. Покупка это вверх, продажа это вниз. Итак, сигнал у нас заходит в плюс. Здесь мы словили точку разворота. И 8 евро у нас прибыли. И теперь по окончанию прогноза мы пишем свой результат. Плюс или минус. Видите, все пользователи пишут плюс, потому что сигнал зашел в плюс. Если минус, значит пишут все минус. Какие есть правила? Никогда не писать плюс или минус, никогда не писать в комментарии во время прогноза. То есть, когда идет прогноз, в комментариях тишина. Только прогноз заканчивается, все пишут свои результаты. Дальше, какое еще из правил? Никогда, никогда не обвинять участников и строго запрещены нецензурные высказывания. Еще, может быть, еще такое из основных правил, это не писать мне в личное сообщение, когда я даю сигналы. Вот такие вот три правила. Итак, чтобы попасть в эту группу, пишите в сообщение сообщества «Рэпер Трейдер», «Прими в команду». Вот, берете, пишите сообщение, вот, «Прими в команду» и отправляете. Вход в группу абсолютно бесплатный, но вход по моей ссылке. По моей реферальной ссылке. Ссылка на группу будет в описании под видео, на группу Рэпер Трейдер. И дальше вы уже будете писать мне, прими в команду. И мы уже с вами общаемся. Вот так вот мы зарабатываем в группе, вот так вот оно все происходит. Так что всех жду. С вами был Рэпер Трейдер. Всем пока.